Всем здравствуйте, ребята! Меня зовут Арман, и сегодня будет обзор про вот такой MP3 плеер. Вот сейчас выключу Welcome Music Mod Set Mod. Контраст это превышает. То есть становится еще фиолетовее. Так, вот так нормально. А тут всего лишь китайский и английский. Нам нужно английский. Выйдем. Тут музыку. Но не так просто музыку ловить. Сейчас принесу чип для него. Вот, смотрите, вот такой чип. Но для него нужна музыка. А для этого нам понадобится этот телефон. Сейчас только покажу, как ставить музыку. Сначала снимаем крышку от телефона. Потом ставим этот чип. Вот, ставлено. И закрываем крышечку. Сейчас, подождите. Вот, для начала нам нужно открыть этот телефон. Откройся. Алло. Что случилось с этим телефоном? Что, разрядился, что ли? Не-не-не. Cancel. Окей. Что случилось с этим телефоном? Чё с ним? Фух. Много и проблемы. Он полностью оранжевый. И смотрите, чтобы не отключить, смотрите. Вот так. Нажимаешь кнопку и отключается. Вот так отрываешь. Наверное, так открывается. Нет. Нужно опять вот так делать. Все, включился этот телефон дорогой. Этот старый телефон, поэтому и так случается со всеми. С моим вот этим телефоном попробовал, который я сниму, не получается. Когда я включаю, тоже не получается. Вот это из-за этого чипа. Поэтому я вот этом телефоне делаю. Ну, как же ты включаешься? Алло? Ладно, я в следующем серии покажу, как ставить музыку вот этот плеер, вот этот маленький. Сегодня не получилось. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписки. Всем удачи, всем пока.